Ребята, всем привет, и сегодня, наверное, будет самая моя неудачная дуэль против Вели. И все дело в том, что совсем недавно я купил себе новый iPad 2021 года 9-го поколения. И вот как он, в принципе, и выглядит. Ну и в первый же день после покупки iPad я решил сразу доносить Вели и попробовать с ним сыграть. И это было моей огромной ошибкой. Все время я играл на вот таком вот iPad mini 5, и он на самом деле очень устарел и поднадоел, лагать начал, и вот решил попробовать все-таки на новом iPad сыграть. Надеюсь, что вы этот ролик зацените, поставите лайк и подпишитесь на мой канал с колокольчиком. И мне нужно знать в комментариях, вообще стоит ли делать такие ролики с дуэлями или нет. Поэтому можете написать, нравятся ли вам такие ролики или же нет. Ну, тянуть я не буду. Это, наверное, самая неудачная дуэль. Все-таки еще раз повторюсь. Всем приятного просмотра и погнали к ролику. Ты мой пусечка, ты мой любимый игрок Standoff 2, брат. Давай дуэль. Прелик, сыграем, роднулечка, сыграем. Ой-ой-ой. Нет, пожалуйста, затащите, пожалуйста. Давай, Прелик, сыграем, роднулечка, сыграем. Открыл твой канал во вкладке. Да блин, за террористов играть не хочу. Хочу за контртеррористов, потому что контртеррористы это круто. КТ топ, КТ сила, терры могила. А чё с... Подожди, чё с ножом? Ну-ка нож покажи, подожди. Ну-ка ножичек покажи, ё-моё. Ну, чекни, а что чекнуть? А нож-то у тебя дефолт, брат! Нифига себе, блэкспотик, нифига себе, дядя... Че ультра странная. Все продал ради блэкспота. Я тоже думаю, чувак, реально все продал. Перчи, ножи, все продал ради блэкспота. Купил блэкспот, все, и навешал на этот. На какой-то там М110 просто взял и навешал это все дело. Пойдет. Ща красотулечку оформим, чуваки. Да, с дробовиком, брат. Так это, так я же чувствовал. Я же такой... Пахнет. Есть. Дядь, не понял. Дядь, это что за движения сейчас были? Дедюля, это что за движение 0-4? Сейчас, минуточку. 90 обосраться! Промо, но вы проголосовали за все вместе. Да ну хорош! Ёкарный насрал. Блин, надо сейчас это, надо сейчас... Что-то я два раунда подряд отдал, это вообще, ну, не гуд.
Да как? Вот так. О, привет! Габелла. Вот, брат, напиши, пожалуйста, какой нож, какой нож. Ножей просто в станке много. Окей. О, ну 2-7. Ну, ребята, ну это, мне кажется, легчайше. Ну, вот так вот я и поиграл в дуэли со счетом 2-8, хотя у нас с Велей было две дуэли, и две дуэли было с одинаковым счетом, и я почти держался наравне с ним. И тогда я играл на старом айпаде, и тут купил новый, в первый день с ним сыграл, и вот так вот я и поиграл в дуэль. Были на самом деле очень тупые раунды, но, пацаны, я решил поступить таким образом. Если вы на этом ролике собираете 2000 лайков, я обязательно беру реванш против Вели. Кстати, если вы хотите мне помочь потренироваться и вы очень хорошо играете, то можете подписаться на мой телеграм, ссылка будет в описании. Там я буду собирать лобби с подписчиками, и мы будем играть там в ММ, в союзники и прочее. Ну и на этом все, ребят. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком. Поверьте вообще, ребят, стоит ли у вас колокольчик или нет. И я обязательно, ребят, возьму реванш против Вели, потому что, ну, это как бы не дело, сами вы понимаете. Я думаю, недельку потренируюсь, и у меня точно получится его победить. Всем удачи, ребят, и всем пока.